на поверхность, в то же время как вестись мы сами вниз. Много музыки и исполняют ее сами артисты. В новой постановке «Самарта Пергюнд» главное место по задумке режиссера отведено судьбам конкретных людей. Для молодого актера Ярослава Тимофеева понять своего персонажа было задачей не из легких. Говорит, Пергюнд на него совершенно не похож. Я могу 10 раз подумать и потом только сделать что-то. А Пергюнд такой человек, мне кажется, который не думает и старается не думать. А если у него появляется мысль, он ее как-то от нее сбегает. Будь то там в другие страны, на Запад, то есть, или вообще просто что-то меняет в своей жизни. Пьеса Генрика Ибсена «Пергюнд» была написана в конце 19 века. Главный герой – сын спившегося капитана, который бросил семью. Пергюнд постоянно мечется, пытаясь вернуть былое уважение его семье. Вмешивается в драки, похищает девушку прямо со свадьбы. Оказавшись вне закона, сбегает. За свою жизнь Пергюнд успевает стать частью сказочного мира троллей, но вскоре покидает и его. Он спекулирует иконами, торгует работой, но в итоге все же возвращается туда, откуда все началось и где его ждет любимая. Это про человека, который просто в своей жизни еще ничего не потерял. И он теряет. И потом ему приходится нести ответственность за то, что он сделал. Если ты все время от чего-то бежишь, это же не значит, что ты бежишь к чему-то. Может быть, у тебя нет цели, если их слишком много. Но мне кажется, должна быть не метафизическая история, а это вполне реальная история про реальных людей. Спектакль «Пергюнд» вырос из эскиза, который был создан еще в 2014-м. За 3 года постановка выросла и, как говорит режиссер, стала глубже и мудрее. Пространство, созданное в эскизе, легло в основу декораций сегодняшних. Сценическое оформление и костюмы актеров родом не из 19 века, а из нынешнего. «Пергюнд», его мать, гости на свадьбе, эпоха, показанная в спектакле, отражает современные реалии. Основные декорации состоят из множества дверей, и каждая из них ведет в свою историю. Я много гуляла по городу, выбирала фактуры городской среды, ла-ла. К тому же мне хотелось... Я взяла профнастил, металлический профиль. И изначально он должен был быть весь серебряный, как бы это напоминало какое-то ощущение воды, такое легкое. Ну, не знаю, осталось ли, но надеюсь. Спектакль «Пергюнд» войдет в репертуар театра «Самарт». На афишах постановка появится уже с сентября. Алина Чемерис, Константин Головин. События.